Так, вот уже вторая часть. Машина все так же горит. О, там как раз таки ЧМЭ подъехал, я машинист, так что пойдемте. Здорово, машинист. Здорово, я вижу, у вас вообще тут на огонек заехать, ну, можно. Ага, можешь даже пойти шашлык пожарить. Не говори. Ладно, давай тут цепляй меня. Так. Да, не слабо твой локомотив смятку дала. Да. Вагоны тоже немножко пострадали. Это пусть горит фура. Ее сами потушат. Пантограф я опять поднял, чтобы легче было ехать. Ну да. Ну сейчас будем отправляться, получается, уже. А бодяка заберет? Меня заберет моя эта бригада. Они сказали, что хорошо, что я хотя бы затормозил хоть каким-то образом и хотя бы сохранил пассажиров. А так меня просто пока на другой поезд переведут сегодня уже. А, ну ладно, я тогда поехал. Давай. Ну что, вот так вот, ребят, как-то. Сосной пахнет. Он там сел уже, понимаю. Звук от моего ЧС-4Т. А, двери забыли закрыть. Ладно. Ну все, поезд у нас поехал. Ну что, ребят, вот так вот получилось. Сегодня я сбил случайно машину. Даже не случайно, а водитель сам виноват, что сбил ее.